Видимо, так и распорядилась судьба или Бог, чтобы у вас в 50 лет начался такой очень серьезный, славный и очень такой позитивный и созидательный период в вашей жизни. Я поздравляю вас от всей души с вашим замечательным юбилеем и хочу, чтобы следующие 50 лет вы прожили в таком бы состоянии души, в таком бы ритме, чтобы вас ничего никогда не угнетало, чтобы вам никто не мешал делать хорошие дела, чтобы у вас было побольше врагов, потому что это стимулирует на хорошие дела. И вы, конечно, будете и счастливы этим, и горды. И я хочу пожелать вам, чтобы вся семья вами всегда гордилась и всегда дожидалась вас домой. Красивым, вот таким веселым, живым, невредимым, смелым, волевым, настоящим мужчиной.